Морж качает пресс и жмет штангу. Морской лев играет в ластобол. Артисты дельфини успели привести себя в форму к лету. В Центре океанографии и морской биологии стартовали первые дельфинийские игры. Именно так называется новое шоу. На премьере побывала Татьяна Кияева. Ластобол, водные спортивные танцы, синхронное прыганье и хоккей на воде. В Центре океанографии и морской биологии премьера нового спортивного шоу «Дельфинийские игры». Это летние первые дельфинийские игры. В планах у нас сделать зимние дельфинийские игры и развивать тему спорта, естественно, дальше. Традиционно каждый год с самого открытия 1 июня мы меняем шоу. Морж, тика, морские львы, дельфины и белые полярные киты. В программе участвует вся труппа. К шоу готовились несколько месяцев. Тренировались каждый день. Все стараются максимально следить за своим здоровьем. Ну а мы, как говорится, на волне. Ну и потом наши артисты всегда поддерживают себя в хорошей форме. Поэтому для нас это было, скажем, долгожданной премьерой того, что мы и так умели. Морж качает пресс, отжимается и жмет штангу. Морской лев играет в ластобол, бросает мяч. Тренировки для млекопитающих проводили в игровой форме. Мы заменяем азарт охоты на азарт добычи, на азарт обучения, чего-то такого. Именно заинтересовываем в этих вещах и уже пытаемся раскрыть потенциал. Темперамент у всех животных разный, есть какие-то индивидуальные особенности. И есть просто вещи, которые для одного животного могут быть видотипичными, а для другого совсем нет. И это, естественно, нужно учитывать. Морские львы не самые активные животные. Они любят лежать без дела, сушить шерстку или плавать в свое удовольствие. Заинтересовать их можно вкусной рыбой. В дельфинийских играх нет победителей. Все животные достойны призовых мест, а главное – аплодисментов и улыбок зрителей. Татьяна Кияева, Евгений Макаров, «Новосибирские новости». Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.